В масках, на расстоянии и в усеченном составе. Такими запомнится заседание облсовета уходящего года. Не стало исключением и 55-е внеочередное. Несмотря на не очень комфортные, но ставшие уже привычными условия, заседание начали с положительных эмоций. Сегодня мы наградим лучших из лучших. Я убежден, что и дальше и губернатор, представитель правительства, и областной совет всегда будет уделять особое внимание системе здравоохранения и, конечно, нашим врачам, медсестрам, фельдшерам. На уровне Совета Федерации были отмечены Леонид Музалевский и Вадим Соколов. После торжественной части парламентарии приступили к рассмотрению повестки заседания, которая состояла из 6 вопросов. Один из них касался внесения изменений в бюджет текущего года. Предусмотрена выплата стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания населения, работникам медицинских организаций, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Кроме того, 214,3 миллиона рублей предусматривается на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Также парламентарии обсудили внесение изменений в региональный закон о налоговых ставках. Предлагается законопроектом установить на 2021 год пониженные налоговые ставки в размере 4,5%, если налогообложенными являются доходы, в размере 11%, если налогообложением являются доходы минус расходы. Пониженные ставки применяются для этих отраслей, для поддержки их непосредственно в работе в непростых условиях. Депутаты облсовета уверены, что данная мера поддержки позволит смягчить последствия пандемии для предприятий общественного питания. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».